Сейчас будем подключать ленту. Колхозить будем с диммером 30-амперным. Лента на 72 ватта. Поэтому пришлось сэкономить на блоке питания. Взял 100-ваттный. Недешевое удовольствие, но тем не менее. Прилепим на двусторонний скотч и подключим. Простоты коммутации будем закручивать. Можно было бы, конечно, пропаять, но потом блок можно будет снять, куда-то еще использовать. У нас плюс-плюс, минус-минус, здесь 220, значит, коммутировать будем сюда. Возьмем два проводочка, обожмем, пока стороны. Ну и второй также. Соответственно, будем коммутировать.
соответственно, здесь у нас плюс. Нужно провода 220 подкинуть, ну и можно подкидывать саму ленту. Возьмем длинный кабель уже с готовой вилкой. Тоже обожмем его. Соответственно, будем подключать. Ну и вот осталось только подключить саму ленту. Так. Было зачистить побольше. Потом
и, соответственно, выходная. Можно приступить к испытанию. Включаем диммер. Все работает.